Минимальный размер оплаты труда повысят. Решение вслед за Нижней палатой Федерального собрания единодушно поддержали в Совете Федерации. Проект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, с 1 мая 2018 года МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, что соответствует размеру прожиточного минимума трудоспособного населения. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек. Из них более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Эксперты называют такой закон важнейшей инициативой президента. Свободных вакансий более 6 тысяч. Такие данные приводит областной комитет по труду и занятости населения. Безработных стало меньше в 11 муниципальных образованиях области. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости населения региона за последнюю неделю, составила 1123 единицы. Уровень безработицы составляет 0,8%. Лечение редких заболеваний поддержат финансово. Для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено около 500 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на сумму почти 89 миллионов рублей. С целью полноценного лекарственного обеспечения пациентов, страдающих редкими заболеваниями, губернатор Курской области Александр Михайлов направил письмо министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой по выделению дополнительных средств из резервного фонда правительства Российской Федерации.